После оплодотворения яйцеклетка должна закрепиться в слизистой матке. Во время этого процесса женщина может ощущать внизу живота боли тянущего характера, очень похожие на предменструальные. Иногда имплантация яйцеклетки может сопровождаться небольшими выделениями крови, как при начале месячных. На ранних сроках беременности из-за повышения уровня прогестерона также могут быть болевые ощущения вполне терпимой интенсивности. Это результат гормональной перестройки организма женщины. Болевые ощущения провоцируют меняющийся режим питания, усиливающийся приток крови к матке, а также растяжение и набухание маточных связок беременной женщины. Чтобы справиться с неприятными ощущениями, нужно больше отдыхать. Однако, если боль усиливается и появляются следы крови, то нужно немедленно обратиться к врачу, так как возможны проблемы с плодом. Вас должны насторожить резкие и сильные боли в паху, внизу живота и поясницы, бледность кожи и повышенная температура. Если появились кровянистые выделения, то это сигнал о возможности выкидыша. При беременности живот может тянуть и в случае внематочного закрепления яйцеклетки. Если проигнорировать болевые сигналы организма, то со временем женщина рискует получить серьезное осложнение, например, разрыв маточной трубы. Тянущие боли как при месячных также могут быть следствием таких болезней, как проблемы с кишечником, цистит, пиелонефрит, аппендицит и так далее. Диагноз может поставить только врач, проведя полное обследование.